Друзья, всем привет! Вы на канале Smart from China, и с вами я, Александр. Самая крупная распродажа года 11.11 идет полным ходом, и китайские производители смартфонов продолжают пытаться привлечь внимание потенциальных покупателей и представляют новые модели. Компания Yumidigi не стала исключением и выкатила два новых смартфона Yumidigi C1 Max и G1 Max. Надо сказать, что C1 Max и G1 Max это фактически один и тот же смартфон, отличающийся лишь дизайном корпуса. C1 Max имеет более скругленную форму задней крышки, G1 Max более рубленые прямые грани. Выглядят аппараты вполне симпатично и современно. Имеются три цвета корпуса. Черный и серебро для C1 Max, черный и голубой для G1 Max. Яркий дисплей C1 Max и G1 Max имеет диагональ 6,52 дюйма и разрешение HD+, 1600 на 720 точек. Соотношение сторон экрана составляет 20 к 9. Работают смартфоны на процессоре Unisoc Tiger T610, который обеспечивает хорошую производительность и работает быстрее, чем Snapdragon 665 и Helio P70. Памяти в аппаратах, как для бюджетника, отсыпали по-царски. Оперативной памяти 6 ГБ, постоянной памяти 128 ГБ, есть возможность установки карты памяти до 256 ГБ. Батарея имеет достойный по современным меркам объем 5150 мАч. Жаль, нет быстрой зарядки, только 5 вольт 2 ампера, зато имеется современный разъем USB Type-C. Тыловая камера в аппаратах имеет два модуля. Основной на 50 мегапикселей с диафрагмой 1.8 и макромодуль на 2 мегапикселя с диафрагмой 2.4. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей и диафрагму 2.2. Система безопасности смартфонов основана на доступе по сканеру отпечатка пальца, встроенного в кнопку включения, и системе AI Face Unlock – разблокировки по лицу. C1 Max и G1 Max имеют поддержку глобальных бендов связи и двух сим-карт в режиме 4G. Спутниковая навигация работает в системах GPS, GLONASS, Baidu, Galileo. Bluetooth в аппаратах версии 5, а Wi-Fi модуль умеет работать на частотах 2,4 и 5 ГГц и поддерживает протоколы AVGN-AC. Работают смартфоны под управлением Android 12 версии. В дни текущей распродажи на AliExpress с 1 по 12 ноября смартфон предлагается по цене $99.99. А с купоном магазина и скидкой от AliExpress у меня получилась цена около 5800 рублей, что, на мой взгляд, отличное предложение для этих аппаратов. Также на официальном сайте можно поучаствовать в розыгрыше 11 различных моделей смартфонов и попытаться получить один из них совершенно бесплатно. И как обычно, напоминаю вам, друзья, что это видео только информация по выходу новых моделей. Как эти смартфоны покажут себя в реальных тестах и эксплуатации, я смогу рассказать только после всестороннего тестирования реального экземпляра. Если, конечно, компания Yumidigi решит прислать мне на обзор один из этих аппаратов. А на сегодня у меня все. До новых встреч, друзья!